Vagination, salutation, privation, conversation, cessation. Этим я хочу передать привет своей подружке Александр Келебус. Ты прилетела, сучка моя. Я очень рада. Ой, сегодня, наверное, тема будет дружба. Кто такие друзья и почему они важны в нашей жизни? Так красиво хотела петь я, но забыла все свои слова, а учила я это стихотворение. Вот знаете, что меня больше всего поражает в многих людях? Что вы пи***те на своих друзей. Вот именно вы пи***те на них. Ну, вы знаете, да, что не сближая двух, а как обосрать третьего. Говорите гадости про кого-то из ваших друзей, или говорите, как он мог. Это же ваш, сука, выбор. Вы же, грубо говоря, пи***те на себя. Я очень сильно люблю своих друзей, и я их ценю. У меня их не так уж и много, я могу перечислить на пальцах двух. Трех, четырех конечностей. Конечно же, есть те, которых я люблю, которые были моими друзьями, да, но время проходит, и вы уходите. Была Маша, но не ваша. Очень важно иметь поддержку, да, и тех людей, которые вам помогают, и которые ценят вас такими, какие вы есть, долбами, хуйбами, лошарами и так далее. У вас тоже есть такие друзья, с которыми вы находите общий язык, говорите, как мы с Сашкой на своем марсианском диалоге, а никто вас не понимает, потому что только вы друг друга шарите и знаете, как мы. Мы, бывает, можем так общаться, что никто не поймет. Например, celebration, vagination, Мination, Organation и все остальное. Понимаете? Кем вы можете отрываться и не думать, что вы, и вы даже можете пукнуть в его присутствии, да? Но самое конченое, когда вы начинаете доверять кому-то, вы считаете, вы думаете, что это ваш друг, а в нужный момент он вас предает. Или знаете, что бывает такое? Он не верит в вас. Все бывает в жизни. Вы можете сдаваться, вы можете падать. И в этот момент главное, что был кто-то. Потому что легко общаться, когда все хорошо, и когда вы цветете и пахнете, как майская роза. Но когда вам плохо, почему-то многие из друзей улетучиваются. У них дела, у них свои заботы, да. Я рад, что у меня есть те друзья, которые меня подхватили. У меня очень тяжелая была весна в определении себя и так далее. И именно Саша Келебус – это тот человек, с кем я шла за руку этим мартом и плакала. А почему я плакала, знает только она. До сраки мои очи, якщо я не дивоча. Я как Золушка, сука. Каждый раз работаю. Работаю над собой. Работаю, делаю людей красивыми. Меня сейчас забанят все мои хейтеры. Но поверьте, вы пи***те, а без меня вам скучно. Вот согласитесь. Вот кто вот так вот, как маскарад, будет наряжаться и вам что-то еще рассказывать? Я бы, наверное, была бы девушкой рокера. Господи, этого, рокер. Этого. Брн, Бэтмена. А, девушка Бэтмена. Я хочу быть девушкой Бэтмена, потому что это супергерой с стальными яичками. И он всегда спасает свою женщину-кошку. Мр. Я считаю, что я могла бы составить конкуренцию нашим потаскушкам, сушкам, этим красавицам Сиа Руси и пойти на конкурс Мисс Вселенной, чтобы все просто охерели. Или на Евровидении. А что, уже опыт был, да? Кончита Вурс победила. Знаете, самое обидное, когда я выгляжу кончено, у меня выходят влоги. И когда я думаю, что самый конченый влог, он оказывается нормальным. А когда, нечем вам рассказать, потому что, наверное, я уже устала каждый день. Это реально тяжело каждый день вам о чем-то излагать, отдавать все себя вам. Поговорю о Бумчике. Вы видели, как он одевает свои штанишки за 11 секунд? А что он может сделать за 2 минуты? А, кстати, вы видели Мартыненко, как он выступал, как тряс своими булочками аппетитными, да? Как вам, понравилось? Бля, Саша не хочет уже меня снимать и все. Я не могу, бля. Это не влог, а хуй какой-то. Давай сделаем это. Какую-то паузу нахер.